подходит к концу, трансформация Оли и Ани в проекте «Твое настоящее лето». Весь сезон наши звездные эксперты Ирина Горбачева, Александр Белькович и Соня Солдатова помогали нашим героиням избавляться от вредных стереотипов о красоте, меняться к лучшему как внешне, так и внутренне. Оцени результаты их преображения в финальном эпизоде проекта. Команда «Орифлейм» поможет Оле и Ане подготовиться к особенному вечеру. А пока героини даже не догадываются, что их ждет. Здравствуйте, милые девушки. Доброе утро. Очень рада встрече. Сегодня наша профессиональная команда косметологов, визажистов и стилистов вам просто подарит целый день красоты. Вы готовы? Да, конечно. Мы начнем с глубокого очищения кожи. Вот этот простой гаджет позволяет хорошо очистить кожу и удалить сухие частицы. В этом аппарате несколько насадок. Мы проходим также по линиям, по массажным. И помимо того, что у нас идет более глубокое очищение, еще усиливается от массажа микроциркуляция. Я хочу вам рассказать еще об одном этапе. Это маски. Очень многие о них забывают. В этой масочке еще, помимо восстанавливающих элементов, есть еще гиалуроновая кислота, которая является самым мощным увлажняющим действием. Девочки, вот с этой маской нужно находиться 15 минут. Так, ну что, время процедуры истекло. После маски необходимо нанести сначала сыворотку, а потом дневной крем. Так, ну что, девушки, как вы себя чувствуете? Я лучше всех. Как мы еще можем себя чувствовать? Так бы каждый день. Девочки, я очень рада, что вам все понравилось, но сюрпризы только начинаются. И поэтому я с большим удовольствием передаю вас сейчас в руки нашего модного стилиста Романа Белоснежного. То есть нас ждет шопинг? Да. Всего хорошего, удачи. Девчонки, привет! Меня привет. Зовут Роман, и я буду помогать подбирать вам вечерний образ. Классно. Супер! Присаживайтесь. Очень рады. Как дела обстоят с вечерними нарядами? Ром, если честно, для меня это сложно, потому что у меня проблемная фигура, и выбираю, в итоге нахожу что-то подходящее, но придя домой, как правило, меня это не устраивает. Оля, а у тебя как дела обстоят с подбором вечерних нарядов? Для меня это очень сложная тема. Я часто посещаю мероприятия компании «Орифлейм». Не трачу время, чтобы выбирать новое платье, я боюсь подобрать что-то хуже. И хожу в одном и том же. Это все стереотипы. Не нужно ждать лета, чтобы похудеть, так же, как не нужно ждать какого-то необычного события в жизни, чтобы приобрести и найти, и выбрать еще одно вечернее платье. Девчонки, осмотритесь, здесь уже подобраны красивейшие вечерние платья и, конечно же, аксессуары от Орифлейм, которые подойдут на разные случаи жизни. У меня уже есть кое-какие мысли по поводу ваших вечерних нарядов, но мне очень важно знать ваше мнение и посмотреть на ваш выбор. Рома, мне очень интересно узнать, совпадут ли наши с тобой мысли на это. Возможно. Ну что, давайте начнем. Давайте, поехали. Давайте немного пофантазируем и представим идеальный вечерний образ. Ой, давай, я хочу как на красной ковровой дорожке, вот прям голливудской звездой себя почувствовать, чтобы это было ярко, так знаешь. А мой идеальный вечерний образ – это элегантность, это пастельные оттенки, ну, конечно же, в пол. Девчонки, у меня в голове уже сложилась определенная картина, она мне нравится, но что это, я вам пока не скажу. Как так-то? Вы узнаете, когда придет время. Не теряйте ни секунды, бегом в студию макияжа.
Рада вас видеть. Вы такие красивые, отдохнувшие, прям сияете. Мы с Романом продумали для вас уже образы. Я придумала прическу и мейкап, но для вас это до самого конца останется сюрпризом. Интрига. Ну что, я думаю, мы можем приступать. Оля, давай начнем с тебя. Для того, чтобы скрыть следы усталости под глазами, я рекомендую тебе использовать трехцветную палетку The One. Мы берем красноватый оттенок, чтобы перекрыть синеву. Набираем небольшое количество кистью и просто растушевываем. После этого уже мы можем наносить поверх тональное средство. Очень важно именно в такую жаркую погоду использовать базу с матирующим эффектом. В качестве базы я советую использовать кремовые тени The One. Мы наносим их, распределяем либо при помощи кисти, либо пальчиком, как удобно. После высыхания уже используем любые тени, и они будут держаться в течение всего дня. Оля, для того, чтобы избавиться от нависшего века, мы используем трафарет. Прикладываем его к нижнему веку, прям под реснички. Затем, начиная с внешнего уголка, затемняем верхнее веко. В палетке Giordani Gold есть маленький секрет именно в текстуре теней. У нас есть перламутровые тени, матовые и шиммерные. Шиммерные тени – очень хорошая подложка для матовых теней. Для стойкости макияжа, особенно в такую погоду, я советую использовать спрей-фиксатор серии The One. Распыляем его на расстоянии примерно 20-25 сантиметров от лица, примерно крест-накрест, и готово. Ну что, Оля, с тобой все. Теперь к Ане. Один из последних трендов макияжа – это сияние, здоровая кожа и хайлайтер. Мы как раз с тобой используем кремовый хайлайтер, наносим его на выступающую часть скулы, на кончик носа, галочка над верхней губой, и в некоторых случаях можно еще нанести на центр лба, либо в область под бровь. Многие говорят, что карандашная техника очень сложная, но на самом деле все очень просто. Главное использовать правильный карандаш, мягкий, кисть плоскую, синтетическую, и зафиксировать карандаш тенями. Сейчас мы используем праймер для губ перед нанесением помады. Карандаш и бальзам в этом случае нам абсолютно не нужен. Праймера будет достаточно. Он заполнит все мимические морщинки и сделает кожу губ гладкой, ровной и подготовит к помаде. В завершении макияжа мы используем нюдовый оттенок помады. Мы не будем перенасыщать весь наш макияж, сделаем его более гармоничным и сдержанным. Я советую тебе всегда использовать термозащиту перед тем, как делать, например, локоны или какие-либо укладки. Во-первых, волосы ни в коем случае нельзя расчесывать влажными и мокрыми, потому что структура волоса очень сильно растягивается в этот момент и может даже потрескаться, лопнуть, и поэтому волосы не секутся даже, а просто обламываются. Оля, у меня для тебя супер-классное средство для волос. Я предпочитаю наносить на сухие волосы только на кончики, либо же сразу после душа на все волосы можно наносить. Он разглаживает, смягчает и просто безумно вкусно пахнет. Да, да, очень вкусно пахнет. Девочки, и для вас, и для наших зрителей ваши образы остаются в секрете до конца выпуска. А прямо сейчас отправляйтесь к Роману Белоснежному, который приготовил для вас сногсшибательные наряды. Немаловажно следовать тенденциям и трендам. У нас более чем актуальны сейчас вечерние образы у девочек, в том числе и прически. Пока вот вы еще себя не увидели, вот вы внутри себя чувствуете другими. Я очень себя чувствую изменившейся, чувствую, как будто я скинула лет 10, похудела килограмм на 20 и уже хочу быстрее посмотреть. Шикарное ощущение. Я следил за девочками, начиная с первой серии. Они проделали колоссальную работу, и то, что было до, и то, что после, это, на мой взгляд, совсем разные люди. Они полностью преобразились не только внешне, но и внутренне. Ломайте стереотипы и не бойтесь экспериментировать. Если не сейчас, то когда? Именно с нами, именно с проектом «Настоящее лето».
Девочки, себя вы еще не видели, но вы же видите друг друга. Да. Не раскрывая вот лишних карт, что вы скажете? Оля потрясающе выглядит, посвежела, улыбкой, блеск в глазах появился. Отлично просто. Аня просто голливудская звезда. Она выглядит так, как она хотела, как будто она на самом деле только что сошла с ковровой дорожки. Согласна. Просто выглядите просто потрясающе. Вам, наверное, уже не терпится взглянуть ну, на себя. Ну, конечно. Начинаем. Можем вместе? Божечки! Можно я поближе подойду? Как вы это сделали, скажите? Что с нами? У нас для вас есть еще один сюрприз. Еще? Такой момент нужно обязательно запечатлеть. Спасибо большое. Я приглашаю вас в импровизированную фотозону вместе с нашим фотографом Владимиром Кочетковым. И это тоже еще не все. Потом вас ожидает еще один подарок. А какой, вы узнаете позже. Фотосессия подходит к концу, но у наших героинь впереди еще один сюрприз. Посмотрим, что ждет Олю и Аню. Привет. Меня зовут? Нет. Очень хорошо выглядит. Когда увидел Аню, то, конечно, был я потрясен. Это красотой, это необычностью, как королева выглядела. Я волнуюсь, как будто первый раз с тобой на свидание пришла. Это очень интересно, значит. Ты прошла очень большой путь. Я очень горжусь тобой. Спасибо. Любимый мой мужчина, моя защита, мой тыл. Спасибо, что поддерживаешь, одобряешь, помогаешь мне. Люблю тебя. Огромное спасибо компании «Oriflame» и проекту «Твое настоящее лето», потому что если бы я не попала в этот проект, то не знаю, как бы все сейчас складывалось, не знаю, как бы я смотрела на мир. Мне нравится все, что произошло со мной. Мне нравится, как я изменилась внешне, мне нравится, как я изменилась внутренне. Потрясающе выглядишь. Я в восторге. Когда я увидел Олю уже в вот этом финальном образе, ну, обалдел, потому что платьев таких я на ней не видел точно никогда. Спасибо компании «Oriflame», спасибо проекту «Твое настоящее лето» за то, что показали нам новые горизонты, новые цели, за то, что дали нам сил, вдохнули в нас новую жизнь. Это было по-настоящему важно для нас. Я хочу поднять тост за тебя. И в этом проекте ты прошла просто колоссальный труд. Потому что ты для меня джекпот, который я вытянул. Леша, я хочу поднять этот тост за тебя. За то, что ты всегда, всю жизнь во всем меня поддерживаешь. И этот проект не стал исключением. Я просто тебя люблю. И я тебя люблю. Проект превзошел все мои ожидания. Каждое общение с каждым из наставников, с каждым из экспертов, оно меняет меня. И от эпизода к эпизоду я познавала лучше себя. И сейчас, подводя итоги проекта «Настоящее лето», я очень-очень-очень благодарна компании «Oriflame», что весь этот опыт, который мне пришлось пережить, он пришел в мою жизнь. Это очень круто. Хочешь присоединиться к проекту «Твое настоящее лето»? Пройди тест на сайте oriflamesummer.com и узнай, насколько твой образ жизни помогает раскрыть твою подлинную красоту.
Подписывайся на Oriflame в социальных сетях, присоединяйся к нам. Пусть твое лето будет настоящим. Ура!